Ректор технического университета профессор Грахов принял участие в работе совета директоров предприятий Чайковского муниципального района, которая проходила в стенах Чайковского технологического института, филиала ИжГТУ. В своем докладе ректор технического университета акцентировал внимание на вопросах повышения эффективности сотрудничества предприятий Чайковского муниципального района и ИжГТУ имени Михаила Тимофеевича Калашникова на базе филиала ИжГТУ Чайковского технологического института. Коллеги, хочу абсолютно искренне сказать, что проблемы дальше мы будем решать только сами вместе. Почему? Потому что не решение проблем, которые задает нам Минобр, всем аккредитационных показателей, это численность студентов, это остепененность, это средние баллы и так далее, влечет за собой лишение аккредитации, вот, лицензии и закрытие филиалов в частности. Профессор Грахов подчеркнул, что точек для развития деловых отношений между вузом и предприятиями великое множество, и технический университет готов внести изменения в существующую ныне номенклатуру специальностей. Нужно только определиться, специалисты какого профиля нужны предприятиям сегодня и завтра. Нет сегодня понимания такое, я производство, ты высшая школа, все должно быть вместе. С этим тезисом согласился и глава Чайковского муниципального района Юрий Востриков. Он отметил, что на территории района расположен Чайковский текстиль, один из крупнейших текстильных комбинатов России. В настоящее время предприятие испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, которые возможно устранить за счет открытия новых специальностей на базе Чайковского технологического института. Текстильной промышленности. Сегодня совсем недавно было запущено новое производство, ну, новое, старое, как говорится, но уже новые технологии. И понятно, такой, если раньше наши специалисты обучались в Московском институте, где получали специальности по легкой промышленности, сегодня как бы это уже далеко, и переобучать людей, наверное, можно уже и на месте. Но вот утратили специалисты, которые способны давать такие знания, утратились, наверное, программы в связи с этим необходимые. Ну и как бы текстильная промышленность сегодня тоже она шагает вперед. Сегодня требования, которые заказчики предъявляют предприятиям, которые занимаются выпуском, в том числе специализированной ткани, поэтому новые технологии, новые знания, новые люди. И вот возникает необходимость как раз в учебе этих новых людей. Поэтому мы заинтересованы как раз в том, чтобы вот эти узкие специальности, они как бы обучались в Чайковском филиале ИжГТУ. По итогам обсуждения доклада профессора Грахова, совет директоров предприятий Чайковского муниципального района принял решение, направленное на развитие технологического института, которое будет направлено в профильные министерства Пермского края и Удмуртской республики.